Светаил, вы смотрели видео, базированное Михаил Светов? Нет, не смотрел, я посмотрел. Я, по-моему, смотрела. Хорошо. Нельзя защищать себя. Нет, но я вас, каждого, кто сейчас смотрит этот эфир, уверяю вас, что война воспринимается как колоссальная удача. Светов работает на Кремль. Пам-пам-пам. Путин дал НАТО вторую жизнь. Вся критика, которую Путин обращает к Западу, она справедлива. Сейчас, значит, мы вернем Украину себе. А сейчас мы вам устраиваем геноцид, там уничтожим все русскоязычное население. Вообще-то Путин Украине выгоден. Есть два типа людей, которые способны идти против толпы. Это либо люди абсолютно самовлюбленные и самоуверенные, либо люди, которые в достаточной степени аутисты. Каким именно черепашка-ниндзя вы хотели стать в детстве? Донателло. Я хотел быть Донателло. Все украинское общество работало на русскоязычную культуру. Аутизм помогает. СВТВ Ньюс читают какие-то зетники. Олег Газманов ретвитит СВТВ Ньюс. Посмотрите, какие у вас подписчики, как вам не стыдно. Ребята, мне не просто не стыдно. Это моя целевая аудитория таких русских детей, которые живут на территории Украины и отказываются быть частью путинского государства. Нужно топить в реках и сжигать в домах.